напишите ваше мнение о ситуации, которая происходит в Министерстве обороны, в ФСБ в целом и об этом обмене. Владимир, вот естественно, что эти кадры, я специально их подготовила, они облетели сегодня весь мир, как две убийцы пожимают друг другу руки, Владимир Путин, Красиков. То есть вообще, я так понимаю, что российские медиа сделали из этого культ, как Владимир Путин встречает шпионов и убийц. Как вообще вы оцениваете этот исторический обмен, особенно вот цену, эти люди, которые на свободе? Даша, ну вы знаете, что я стараюсь себя сдерживать, материться в Ютубе и вообще в жизни, наверное, нехорошо, поэтому постараюсь подобрать какие-то нематерные слова. Честно вам скажу, что для меня, как для русского человека, как для россиянина, который уехал в 2015 году, вынужденно покинул свою родную страну, наблюдать, как один убийца встречает другого убийцу с ковровой дорожкой, с почетным караулом, и какой месседж по всем телеканалам в России сегодня дается подрастающему поколению, это, конечно, такой глубины ада вряд ли кто-то предполагал там 15, 20, 30, 40, 50 лет назад. Мне кажется, вот такого дна не было, наверное, практически никогда, чтобы глава государства, понятно, что он не президент никакой, законно избранный, это диктатор, который прихватизировал власть, но вот он, руководитель страны, едет встречать киллера, который ездил по его заказу, по заказу его спецслужб, убивать какого-то человека на территории Германии. Это ужасно, и это, конечно же, мы вчера увидели, как открывается ящик Пандоры. Это дорожная карта для российских шпионов, киллеров, агентов ФСБ, ГРУ и СВР. Не нужно получать образование, не нужно учиться в колледжах, лицеях, институтах и университетах. Не нужно быть семи пядей во лбу, просто достаточно научиться пользоваться оружием, познакомиться с каким-то полковником или генералом ФСБ, согласиться поехать кого-то убить. И даже если тебя посадят где-то в западной стране, ты точно будешь сидеть без швабр и без кипятильников в одном месте, тебя не будут пытать. И, наверное, тебя через какое-то время, там, через неделю, через две, через три, тебя через какое-то время тебя выменяют, вернут. Тебя встретят так, как не встречают в России ни учителей, ни врачей, ни тех людей, которые что-то созидают, делают, создают своими руками. Нет. Киллер встречает киллера, как себе подобного, обнимает его с цветами и обещает государственные награды. Ну вот есть утопия, а есть антиутопия. Вот мы видим, как в России реализуется такая антиутопия, образовался такой антимир, который захватил мою страну и теперь пытается захватить вашу страну. И я думаю, что он действительно представляет угрозу, вот этот режим, не только России и даже не только Украине, хотя ей в первую очередь сегодня, но и всему цивилизованному демократичному миру. Это прям самое очевидное такое зло-зло в чистом виде. И я думаю, что весь мир должен сейчас поддержать и вас, и Украину, и российскую оппозицию, потому что иначе это зло будет распространяться. Владимир, тут очень интересен ваш взгляд. Все сразу стали анализировать, кто такой этот киллер Красиков, и вот уже сделали на него досье, что именно он мог участвовать в убийстве Анатолия Собчака. И это предполагают западные спецслужбы. Я процитирую. Бильд пишет, что западные разведки предполагают, что Путин и Красиков были друзьями, они были тесно связаны в прошлом, и что киллер обладал знаниями, опасными для Кремля. Российский диктатор мог опасаться, что Красиков раскроет некую важную тайную информацию, если останется в немецкой тюрьме, из мести российскому режиму, который не делает все возможное для его освобождения. Есть подозрение, что Красиков мог сыграть роль в приходе Путина к власти. Считается, что в 90-е годы он работал на Анатолия Собчака, и его заместителей принимал меры против их политических оппонентов. Вместе с Красиков этим занимался. Однако в феврале 2000 года, через несколько недель после вступления Путина в должность президента России, Собчак скоропостижно скончался. Официальная причина смерти – сердечный приступ – осталась всего лишь одной из версий. Родственники предполагали, что Собчак был убит. Имеет ли, как вы считаете, Красиков, отношение к предполагаемому убийству Собчака? И действительно ли политический след ведет к самому Путину, и это одна из причин, по которых Красикова освободили? Судя по тому, что сообщают нам наши источники, Красиков не впервые убивал
кого-либо. Это профессиональный киллер, это такой топор ФСБ и СВР. И в данном случае было принципиально важно его вытащить. Да, действительно, они пересекались с Путиным в прошлом. У меня нет достоверной информации о том, что действительно Красиков именно причастен к убийству Собчака, но для нас всех было очевидно, что Владимир Путин был заинтересован в том, чтобы Анатолий Собчак ушел из жизни, потому что Путин всегда был в политической сфере при жизни Собчака в тени. И вот в этой во всей истории, конечно же, Собчак мог бы, если Путин бы начал делать то, что он после этого начал делать, а Собчак был бы жив, конечно, Анатолий Собчак, несмотря на близкие отношения, на дружбу, на контакт с семьями, он бы занял принципиальную позицию, и здесь никакие бы деньги подкупить Анатолия Собчака не смогли бы. Есть версия, что его устранили. Здесь важный момент следующий. В отношении Вадима Красикова шли расследования уже, когда он находился в тюрьме и был осужден к пожизненному сроку лишения свободы. И германские спецслужбы, следователи и прокуроры проводили параллельно еще расследование по поводу выявления и раскрытия иных преступлений, совершенных Красиковым. Речь идет о заказных убийствах. Несколько месяцев назад министр МВД Германии заявила, что Путин откровенно занимается государственным терроризмом. И судя по реакции в Генпрокуратуре Германии, там люди были, мягко говоря, недовольны этим обменом, потому что они прекрасно понимали, какую серьезную опасность Вадим Красиков представляет для мира, насколько это опытный киллер. И вот его освобождение такое чудесным образом в результате этого обмена, оно открывает дорожную карту. Во-первых, я думаю, что самого Вадима Красикова ждет повышение, государственные награды в России и так далее. Не удивлюсь, если он возглавит какой-то отдел или управление, или департамент, которые будут таким эскадроном смерти и будут внутри России за ее пределами убивать неугодных, а его возьмут как икону, чтобы использовать для этого. В любом случае, Путин вчера всему миру показал, что он не бросает своих киллеров и хакеров, он их забирает обратно, он их освободит любой ценой. И мы видели, какие хитрые оперативные комбинации ФСБ внутри России выстраивало с тем, чтобы заполнить вот этот вот там автобус или там самолет с заложниками, с тем, чтобы Запад был более сговорчивый и очень быстро под угрозой расстрела и смертной казни в отношении гражданина Германии Рика Кригера согласился на тот самый обмен, который он хотел еще провести год назад. Да, Владимир, вот мы показываем эти фотографии, которые облетели весь мир. Ну, естественно, что и финальное объятие двух киллеров, убийц. Я бы хотела, чтобы мы с вами еще обсудили тему. Я специально подготовила. Это два последних дела. Новое уголовное дело в Минобороны России задержан глава военторга. И в Москве начался суд, ну, это еще вчера, над главным борцом с коррупцией в Федеральной таможенной службе генерал-майором ФСБ Дмитрием Мурашовым. Его обвиняют в получении взяток. Сам Мурашов вину не признает. Как вообще вы оцениваете продолжение этих чисток? То есть уже летят с плеч головы генералов ФСБ, ну и глава военторга тоже. Владимир, что скажете? Ну, по поводу ФСБ и Мурашова, это битва бульдогов под ковром. Одни генералы подсиживают других генералов, идет борьба за сферы влияния, шла зачистка Федеральной таможенной службы, но не зачистка в плане очищения службы от коррупции, а речь идет просто о переключении финансовых потоков. Мурашов, конечно же, своими действиями перешел определенным лицам дорогу, ну а дальше оперативная комбинация, реализация, задержание и вот нынешний суд. В целом вся система Путина выстроена на коррупции, на отрицательном отборе и на использовании компромата для вербовки, для шантажа и для использования, манипулирования конкретным человеком в конкретном месте. Ну, Мурашов оказался ненадежным винтиком этой системы, его поменяют на другой винтик, который будет обслуживать еще эффективнее Путина и его самых ближайших олигархов. Вот. А что касается военторга, ну, это логичное продолжение вот расследования этой гранд-коррупции. Действительно, Шойгу, Цаликов и Иванов, они выстроили гигантскую такую коррупционную сеть.
в Минобороне, похитили огромное количество денежных средств. Вот. Когда они в 2021 году были в ситуации, когда вставал вопрос об их отставке и о возможном задержании, они как раз и были теми бенефициарами, которые активно через подконтрольную им, конечно же, военную разведку, через своих подчиненных, они снабжали и ФСБ, и администрацию Путина, и лично самого диктатора огромным количеством фальсификаций, создавая такую апокалиптичную картину, сценарий того, как завтра будут объявлены учения НАТО, как прилетят десятки тысяч американских и европейских солдат в Украину и высадятся на Востоке, и как мгновенно будет проведена спецоперация по восстановлению границ Украины. Ну вот он понимал, что он рискует, что его геополитический проект с Крымом и с Донбассом может быть обанкрочен. И под воздействием этого началась вот эта вот подлая оккупационная война, вот эта вот преступная агрессия. А что касается задержания по военторгу, ну там действительно клейма на них ставить негде, так же как на Булгакове. Но здесь вопрос не к воровайкам, которых назначили генералами и поручили им таскать каштаны из костра и делиться этим с олигархами Путина и с ФСБ. Здесь вопрос к контрразведке, к военному следствию, к военной прокуратуре, а куда они смотрели, если такой спрут отдаивал бюджет России на триллионы рублей. Ну, очевидно, там замарана вся вот эта вот... Ну, это сплошная мафия. Никогда еще человечество за всю историю вот, там, последних, не знаю, там, может быть, там, столетий не сталкивалось с подобным уровнем гранд-коррупции, когда у мафии есть огромная страна, 1/6 части суши, с ядерным оружием. И в сравнении с ними сицилийская мафия, о которой писал Марио Пьюзо в «Крестном отце», это просто дети в песочнице, которые играют и выглядят маленькими мальчиками в сравнении с теми ужасами, которые сейчас на глазах изумленного и шокированного мира творит путинский режим. Владимир, я вот вчера общалась с Аббасом Галямовым, и Аббас Галямов предположил, что ситуация с арестом генерала ФСБ связана с войной между, цитирую, «сеченским спецназом» и Королёвым, который является сейчас первым заместителем директора ФСБ Бортникова. Значит, насколько я поняла, вы можете меня сейчас поправить, тоже интересна ваша верификация, ваше мнение. Значит, директор ФСБ Бортников одной группировкой хочет, чтобы его, они хотят, чтобы его сняли, и на место него поставили Королёва, первого заместителя директора ФСБ, более такого молодого, ну а Бортникова уже на покой. Но я так понимаю, как вот Бас Галямов сказал, что Сечин, ему Путин дал на откуп контроль часть ФСБ, там есть некий сеченский спецназ из каких-то генералов, которые контролируют этот вопрос, и они против Королёва. Поэтому Сечин все время ходит к Путину на поклон и говорит о том, что Королёв не выгоден, оставляем Бортникова. Но и сейчас то, что происходит, это борьба между сеченской группировкой, а Королёва его ассоциируют с братьями Ковальчуками и с Екатериной Тихоновой. Он тоже там у них в орбите. Владимир, как вы оцениваете эту информацию? Верифицируйте ее, пожалуйста. Вот интересно ваш взгляд. Потому что я только ретранслирую мнение Аббаса Галямова в данном случае. Ну, последние два года два Сергея, Алпатов и Королёв, это руководитель службы экономической безопасности, это руководитель, там, это первый заместитель директора ФСБ. Эти два Сергея рвутся к власти. Они мечтают подсидеть Бортникова. Один хочет стать директором службы, другой его первым заместителем. Они прекрасно понимают, что возглавив ФСБ, у них будет вся полнота власти в России, а стареющий Путин просто будет марионеткой в их руках. Они прекрасно понимают, что именно ФСБ контролирует сегодня и курирует весь следственно-судебный блок, российскую армию, российскую экономику, во всех крупных госкомпаниях, госкорпорациях, по нефти, по газу, по банкам. Везде есть прикомандированные сотрудники ФСБ. Прикомандированные офицеры ФСБ есть и на Старой площади в администрации канцелярии Путина, так называемой там администрации президента. Конечно, они хотят выйти в дамки, они хотят возглавить ФСБ. И в данном случае как раз вот некий возможный противовес им, вот та самая команда, которая озвучивается. Но я бы не сказал, что между ними есть какие-то огромные противоречия. В целом, скорее, многие там и эксперты, и политологи, и телеграм-каналы, они
раздувают некую иллюзию, что вот есть какое-то мощное противостояние, где одни хотят подсадить других. Да, конечно, каждый из них там, действует там, в своих интересах, раздвигая локти. Но в целом это одна такая большая страшная команда. И там, это скорее иллюзия, что одни могут арестовать других и съесть. Они вместе доят вот эту единую большую такую корову под названием Россия. Просто кто-то чуть сильнее, кто-то чуть эффективнее, кто-то чуть скромнее в своих запросах. Вот. Но в целом это страшная команда, и там нету каких-то людей, которых можно было бы там как-то обелить. Каждый из них прекрасно понимает, в какой страшной системе они проходят службу. Ну, элементы контрразведки. Еще раз, ни на один народ в мире, вот так как в России, не обрушил вся мощь своей собственной спецслужбы. Но ЦРУ и ФБР никогда не работали против американского народа. Ну, к примеру, да, вот самые известные американские службы. Представить, чтобы они вербовали и шантажировали американцев, чтобы те друг друга там насиловали, пытали, убивали. Ну, невозможно себе представить, и ни в каком страшном сне невозможно представить, чтобы они там следили за всеми судьями и допускали до судей только тех, кто соглашался бы с ФБР сотрудничать и проштамповывать приговоры. А в России на протяжении последних 15-20 лет они полностью уничтожили судебную власть. Они допускают до людей в мантиях только ту агентуру, на которую у них есть компромат, и кто точно будет выполнять их указания после звонков кураторам, выносить те или иные приговоры и имитировать судебный процесс. То есть, по сути, в России совершен государственный переворот, и все три ветви власти, они находятся в руках одной такой супер спецслужбы, но супер в данном случае с негативной коннотацией. Владимир, а насколько корректной является информация, что этот первый заместитель директора ФСБ Королев, к нему благосклонны клан Ковальчуков и Екатерина Тихонова? Я не думаю, что речь идет про благосклонность. Я думаю, что речь идет про исполнительность. Система выглядит следующим образом. Есть Путин и есть его ближайшие там, члены его мафии. Ротенберги, Ковальчуки, Тимченко, те, с кем он приходил к власти, кто вместе с ним вот на протяжении десятилетий занимается различными мафиозными историями. Для них ФСБ это инструмент. Инструмент по зачистке неугодных, по увеличению и защите своих активов и так далее. Конечно же, какая-то часть генералитета на Лубянке де-факто у них на зарплате. Кто-то напрямую получает, чьих-то племянников, детей, жен трудоустраивают в государственной корпорации, в крупной компании обозначенных олигархов. Вот такая вот тайная скрытая коррупция. Но, по сути дела, ФСБ в данном случае в глазах Путина и его олигархов выполняет функции службы безопасности и такого ЧОПа охранного. А у ФСБ совсем другое, иное мнение, и они считают, что это они здесь кукловоды, и они дирижируют все ситуации. И это действительно во многом так, потому что ФСБ на уровне там, начальников и заместителей начальников служб безопасности курирует все вот эти вот крупные госкорпорации. И, конечно, они напрямую знают, что происходит с ними. Точно так же, как все их водители и охранники также являются там, под колпаком ФСБ, и кто-то из них офицер прикомандированный, а кто-то из них агент. То есть, по сути дела, в какой-то определенный момент ФСБ может запросто там, обезглавить там, целый ряд олигархов в прямом и в переносном смысле и какие-то эти активы переписать на себя. И вот эта вот молодая, ну, условно молодая, скажем так, новая генерация, новая волна, они, конечно, жаждут этого передела. Они столько уже убили ради Путина, столько всего сделали, там, посадили невиновных, реализовали кучу оперативных комбинаций, как в отношении журналиста The Wall Street Journal Ивана Гершковича. Ну, столько всего они сделали уже. И они хотят это обналичивать. Вот. А вот эта вот старая плеяда, таких как Бортников, Нарышкин, Путин, они пока еще сидят на своих местах и сидят десятилетиями. Поэтому в какой-то определенный момент, да, будет тектонический сдвиг, и на место вот этому политбюро придет политбюро там, версии там, 2.0, 3.0 и так далее. Но какого-то кардинального улучшения, чтобы туда пришли какие-то люди, которые
достанут, отряхнут с пыльной полки план Алексея Навального про прекрасную Россию будущего, но это, конечно, такая маниловщина. Владимир, Михаил Шедриман мне вчера описал такую сцену, он звонил своим источникам в Москву, не знаю, какой период, и они рассказывали ему о том, что генерал ФСБ сидят в кафе «Вог» и не поднимут свою пятую точку, прошу прощения, что использую такую лексику, но это как бы из песни слов не выкинешь, за 10 миллионов долларов. Михаил Шедриман сказал «десятка», я вначале так подумала, что 10 тысяч долларов, а он такой «10 миллионов». Насколько корректно вообще вот эти расценки? То есть, что генералы ФСБ, а Михаил Шедриман говорит, в смысле за 10 миллионов? А что, если будет придет указ сверху? А ему источники говорят, ну, указ сверху, но все равно надо заплатить. Даже если указ сверху, все равно 10 миллионов. Насколько корректны подобные расценки? Вот 10 миллионов долларов от минимально генералы ФСБ за решение каких-то вопросов. Если мы говорим про генералитет, про центральный аппарат ФСБ, там не так все работает. Изначально Путин достаточно цинично подходит к этому. Он прекрасно понимает, что коррупция – это способ управления. Это не проблема, это не беда, а в тоталитарной системе это способ контроля. Поэтому у них даже есть такое слово «нарезать». Нарезать задачи, нарезать бюджет. Поэтому там изначально, когда какого-то полковника делают генералом, с ним проводят там, очень внушительную беседу, и ему рассказывают «вот твои флажки», и вот за буйки не заплывай, вот здесь вот бери, здесь не бери. И они подходят к этому достаточно грамотно. То есть они понимают, что людям нужны хорошие квартиры, земельные участки, коттеджи в хороших коттеджных поселках в Москве, Московской области, хорошие машины, трудоустройство детей там, и жен в какие-то различные организации. То есть они человеку берут не зарплаты и премии, а там вот этот соцпакет включает соцпакет для всей семьи. И поэтому какой-то генерал, который уже встроен в эту систему с этими праздниками, там, коллективными, с симпозиумами, с награждениями, выплывать куда-то там за буйки и рисковать, чтобы взять там 1, 2, 3 миллиона долларов, чтобы что? Чтобы потом тебя же эта страшная система поглотила, они очень жестко разбираются с так называемыми крысами. Они в целом действуют как такая мафия, живут по понятиям. Вот у них... Те люди, которые без ведома руководства начинают где-то получать какой-то финансовый интерес и берут в обход начальства, они их там объявляют крысами, и с них, как в банде, спрашивают, получают, и мы вот видим обыски, задержания и так далее. А ФСБшники лучше нас с вами представляют, насколько действует жестко тюремная система, и даже в следственных изоляторах центрального подчинения и в колониях для БСников есть отдельные пресс-хаты для самих силовиков. То есть у них есть капу, активисты, вот эти внутрикамерные разработчики, садисты, которые простых гражданских могут там бить, пытать, насиловать. А есть специальные группы, которые действуют против своих бывших. Поэтому у них очень жесткая система наказания. И поэтому, конечно, если человек уже там дорос до позиции генерала ФСБ, и у него в этой жизни все есть, и дорожная карта только продолжает дальше сажать невиновных, убивать неугодных Путину и так далее, и ты станешь из генерал-майора, генерал-лейтенантом, генерал-полковником, генералом армии, а в конце, может быть, там закончишь жизнь миллиардером. Ну, конечно же, и вопрос не в том, что они не любят деньги, а просто вопрос в том, что очень жестко действует система наказания, и поэтому, конечно, если кто-то там пригласит их в кафе и начнет с ними озвучивать какие-то цифры, но они будут вызывать управление собственной безопасности, либо думать, что это кто-то из конкурентов пытается их подсидеть, собрать компромат на них. Уважаемая аудитория, еще раз просим вас поставьте лайк этому видео, напишите в комментариях, откуда вы нас смотрите, из какого города, из какой страны, несколько теплых слов в поддержку Владимира Сечкина и его правозащитной организации «ГУЛАГу.нет». Подпишитесь, пожалуйста, на все телеграм-каналы, YouTube-канал, социальные сети, Instagram, все в «ГУЛАГу.нет» нет Владимира Сечкина, это очень важно. И подпишитесь, пожалуйста, на мой YouTube-канал «Да, счастливо». Переходим к следующей теме. Тоже, Владимир, сильно готовилась, но вот для меня эта тема звучит следующая. Да? Двое приближенных бывшего замминистра обороны Иванова скончались в один день. Что известно об их смертях? Далее мы с вами как бы анализируем о том, что в СИЗО, я так понимаю, в середине июля погиб Игорь Котельников. В московском СИЗО номер 4 – и он был связан с генералом Булгаковым, если я не ошибаюсь. Владимир, что происходит? Происходит череда каких-то смертей. И вот Михаил Шедриман вчера выразил мнение, что это подчищает Шойгу.
за хвосты. Ваше мнение и оценка. Дата биологической смерти этого следственного арестованного 8 июля, чтобы быть точным, документы оформлялись 8-9 июля. И в этот же самый день там, умер или погиб еще один человек, который был тесно связан с командой Цаликова, Шойгу и Иванова, который возглавлял военную приемку, экспертизу. По поводу этой истории, от него действительно хотели оперативники, исследователи получить показания в отношении Булгакова, Иванова, Цаликова. Но кому-то было выгодно, чтобы этот очень важный свидетель и участник событий замолчал. И я об этом говорил там, в апреле, в мае, что они будут стараться зачищать хвосты. Это мафия. Опять же, там ничего нового. Сажают в карцер, убирают из камеры, где есть другие свидетели, человек остается один на один, а потом дальше видеокамеры наблюдения отключаются, ведь никто их до сих пор не показал, не предъявил, и с человеком происходит то, что дальше потом приводит к биологической смерти. Мы расследовали целый ряд конкретных пыток и убийств, когда ФСБ отключала камеры видеонаблюдения. А здесь надо понимать, да, в России существует отдельная Федеральная служба исполнения наказания, и в угоду когда-то Европейскому Союзу и Западу в конце 90-х Россия даже выделяла тюремную систему из МВД с тем, чтобы разделить тюрьму и следствие. Но де-факто все эти годы, все эти десятилетия ни министры юстиции, ни какие-то, тем более его подчиненные, не имели никакого влияния на тюремную систему от слова совсем. Единственное, чем они занимались, это нормативно-правовая база. А контроль осуществляло управление МФСБ России. Это управление М, управление по обеспечению, по контрразведывательному обеспечению деятельности Минюста, ФСИН, МВД и МЧС. То есть ФСБшники их контролировали. Один из генералов ФСБ, Вадим Баланин, он долгое время, на протяжении 10 лет, возглавлял внутреннюю разведку ФСИН, и теперь он является заместителем директора тюремной системы и курирует следственный изолятор центрального подчинения. А другой прикомандированный генерал ФСБ Зубов возглавляет сегодня эту внутреннюю разведку, которая называется управление Л ФСИН, либо по-другому ГУАДОП ФСИН, главное управление по обеспечению деятельности оперативных подразделений. То есть это то секретное подразделение, которое устанавливает в нужных им кабинетах, камерах, адвокатских кабинетах, в комнатах длительных коротких свиданий, в кабинетах начальников СИЗО и колоний, внутреннюю систему прослушки. И поэтому ФСБ, по сути дела, мониторит все происходящее внутри системы. И если кого-то вдруг, кто представляет оперативный интерес для ФСБ, начинают бить и пытать несанкционированно, и вымогать с кого-то, например, деньги, то очень быстро этих садистов могут арестовать под белые рученьки и даже вбросить какие-то материалы в прессу правозащитникам и журналистам, чтобы мы там довольные, как гуппи, приплыли в аквариуме и начали шамкать этот корм, и там все аплодируют, о, господи, как хорошо, вот, наконец-то, садистов посадили или каких-то коррупционеров. И наоборот. Если где-то приходит оперативное задание от ФСБ кого-то ликвидировать или кого-то начать пытать, а в этом учреждении личный состав либеральничает, начинает себя вести гуманно и спустя рукава это выполняет, то опять же за ними приезжают, находят у них какой-то повод, чтобы что-то с ними сделать. А в конкретных ситуациях, когда человек в данном случае им был нужен, конечно, я думаю, что там будет сейчас внутреннее расследование, будет скрыто, кто причастен к ликвидации этого конкретного человека. Возможно, еще раз подчеркну, возможно, так как на кону очень большие деньги, и Булгаков, и Руслан Цаликов, и Тимур Иванов, они обладают миллиардами долларов и евро, которые они отъединоросили из бюджета, они, конечно же, щедро делятся. И сейчас я не удивлюсь, если до конца года или в начале следующего мы увидим новости о задержании тех или иных следователей, оперативников ФСБ, которые занимаются расследованием сегодня по Минобороне. Потому что там на кону огромные финансы. И кому-то очень важно было заблокировать в этой части вот показания. Но, тем не менее, там, Булгакову в данном случае не удалось путем всех этих историй уйти от ответственности, его самого задержали.
Задержали, потому что он с 2008 по 2022 год был главным коптерщиком Минобороны. Отвечал за материально-товарные ценности, там, нагреб лопатой огромное количество денежных средств. Но сейчас его будут щипать, и сейчас у него основное имущество заберут как раз те самые генералы Лубянки, которые сегодня рулят. Владимир, а как вам особняк генерала Булгакова? Я уверена, что вы с наслаждением, это, конечно, троллинг, посмотрели на все эти живописные картины, произведения искусства. Особенно импонирует Кужегетович в образе, значит, двуглазого Кутузова. Вообще, о чем говорит вот эти богатства, Владимир? Ну, это скорее говорит об их ментальном, психологическом состоянии. То есть представить себе, чтобы взрослый человек при памяти имел такое количество личных портретов у себя в квартире и вот такое количество картин. Ну, в общем, они хотят себя видеть там, рядом с Кутузовым, рядом с Суворовым, рядом с какими-то там комсомольцами и чекистами начала прошлого века. Они хотят примазаться к истории. Нужно будет мимикрировать и надевать какую-то буденовку, будут надевать буденовку и наган. Нужно будет где-то походить на маршала Жукова или Сталина, но вот они лепят такие картины. Скажут им, да нет, сейчас вот политкорректна аналогия с Кутузовым и со Ставкой, ну да. Ну, конечно, я просто убежден, что даже те самые чекисты, которым они пытаются подражать, если бы, вот, не знаю, там, в 1920-25 году кто-нибудь бы на машине времени приехал бы и сказал бы тому же Дзержинскому, что вот будут ваши якобы последователи и при этом мультимиллиардеры, которые прихватизируют всю экономику страны, ну, я думаю, что Дзержинский бы, наверное, там нашел все их семьи и что-то бы сделал с их бабушками и дедушками, чтобы эти чудовища никогда не появились на свет, точно так же, как тому же самому Андропову, который тоже является одним из таких светлых образов для Путина, государственников. Если бы Андропову то же самое рассказали, что его КГБшник Путин устроит, и как они станут мультимиллиардерами за счет простого народа, а народ будет нищий, и его будут отправлять на убийство, на войну против украинцев, но я тоже думаю, что Андропов бы что-то бы сделал там, с подростком или с мальчиком Путиным, куда-нибудь бы его там, отправил там, на Луну вместе с Белкой и Стрелкой, чтобы он не возвращался оттуда. Вот. Но, тем не менее, да, они пытаются там, каким-то образом вписывать себя вот в эту историю, хотя, конечно, они позорники, воровайки, они никакие не патриоты, это убийцы и варьё. Вот самое настоящее такое варьё, которое дорвалось до государственных очень высоких постов в системе отрицательного отбора. Владимир, еще подготовила три вопроса. Во-первых, как вы считаете, вы знаете наверняка больше, почему генерала Попова перевели под домашний арест несколько недель назад? Какая причина этого? Ну, потому что огромная волна возмущения внутри российской армии, среди солдат, потому что точно понятно, что Попов никакого отношения к гранд-коррупции, как Булгаков, Цаликов, Шойгу и Иванов не имеет. И в том, в чем его обвинили, ну, это такая была палочная система, им нужно было перед поездкой Путина к Си Цзиньпиню в Китай показать, как Путин тоже борется с коррупцией, как он каленым железом, жесткой рукой наводит порядок в армии. Поехали в Китай, уехали несолоно хлебавши, обратно вернулись, ну и, собственно говоря, спустили на тормозах все эти расследования. Вот. А Попову просто палочная система посадили, им нужно было там поддержать арест генералов. А куда ни кинь, ФСБ куда ни посмотри, этот генерал таскает им в конвертах. Этот им строит какие-то дома, дачи в Краснодарском крае, в Сочи с видом на море. Кто-то им там в Болгарии что-то строит, кто-то на Кипре. Но нельзя же своих всех вот этих вот коррумпированных трогать. Ну давайте возьмем Попова. У того крыши нет. Ну вот, собственно говоря, взяли, но потом началось большое возмущение. И они поняли, что в какой-то определенный момент, если Попова дальше будут раскручивать по уголовному делу и посадят в тюрьму, то вполне возможно какие-то майоры, подполковники и полковники, вдруг какие-то батальоны или какие-то полки
направит по пути, по направлению, по которому шел 23 июня прошлого года Пригожин, Уткин с ЧВК «Вагнер». Вот чего они испугались, того, что начнутся восстания и волнения в регулярной армии, поэтому как-то вот ослабили хватку, чтобы выпустить пар. Но само по себе, конечно, в любом случае, как бы они достаточно серьезно ударили по доверию на среднем уровне среди российских военных, и там назревает очень такая большая ненависть от военных по отношению к ФСБшникам. То есть это эскалация, мы еще увидим всплески этого всего в течение ближайшего времени. Владимир, еще есть одна тема. Спецназ ГУР атаковал авиабазу России в Сирии после встречи Путина с Асадом в Кремле. Ну и, конечно же, частная военная компания «Вагнер», мы говорим сейчас о спецоперации в Мали, где тоже нашли след Главного управления разведки Минобороны. Как вообще вы оцениваете эти два кейса? Ну, что касается разгрома двух отделений 13-го штурмового отряда, так называемый ЧВК «Вагнер», зри в корень, кому это выгодно. Сразу после этого разгрома на целый ряд позиций ЧВК «Вагнер» начали заходить подразделения африканского корпуса Минобороны, прокси, бывшая ЧВК «Редут», которую сейчас легализовали под одной из войсковых частей российского спецназа ГРУ. Кто курирует африканский корпус, кто курирует вот эти прокси? Юнусбек Евкуров, генерал, заместитель министра обороны, тот самый мужчина с большими усами, который испуганный сидел и что-то там невнятное мямлил, находясь на одной лавочке рядом с Евгением Пригожиным в окружении целого ряда боевиков, наемников ЧВК «Вагнер». Но мог генерал проглотить это унижение? Они, конечно, запомнили это все. Сначала расправились с Пригожиным, Уткиным и Чекалиным, вот это руководство ЧВК «Вагнер». Ну а дальше месть – это блюдо, которое подают холодным, и вот в этой бойне погибли там целый ряд самых верных пригожинцев, те, которые были лояльны именно Уткину и Пригожину, в том числе автор телеграм-канала «Грейзон», один из наемников и так далее. Но, по сути дела, это такое продолжение унижения и разгрома ЧВК «Вагнер», и это рейдерский захват, это забор их активов. Кто мог туарегам слить геолокацию, данные перемещения колонн, можно предполагать, но, как я понимаю, да, как раз вот у ЧВК «Вагнер» были свои кураторы в Минобороне, о всех своих передвижениях они сообщали в Минобороны, без их ведома они не передвигались, ничего не делали. Ну, соответственно, кто-то, наверное, поделился этими данными и помог устроить ту самую засаду, вот, и в результате, да, там десятки наемников были убиты, и это очень сильно ударило по остаткам, скажем так, по останкам ЧВК «Вагнер». И в целом эта, в общем, система сейчас, она еще больше стала разваливаться, и я думаю, что в целом это просто террористическая организация, скорее всего, конет в лету, а их контракты уйдут к тем, кто связан с нынешним руководством Минобороны. Кстати говоря, Евкуров – это один из тех заместителей министра обороны, которые не ушли в отставку, не были отправлены в отставку, не были задержаны, арестованы. Это человек, который стоял так особняком от Сергея Шойгу, и мы видим, что он, в принципе, продолжает по указанию Путина курировать прокси, ЧВК, так называемый ЧВК и Африку. Владимир, ну и, конечно же, на финал, для меня это важно, вы всегда говорите о том, что ваши телеграм-каналы «Гулагу нет» никогда не говорят ничего голословно, вы всегда, всегда подтверждаете все фактами. Когда мы с вами всегда обсуждаем информацию генерала СВР, то там нет подтверждений фактов, есть некие обтекаемые тезисы. И поэтому хотела бы, чтобы вы эту информацию либо подтвердили, либо опровергли фактами, мне интересен ваш именно взгляд. Генерал СВР 30 июля сделал следующий пост. Бывший министр обороны России Сергей Шойгу находится в очень уязвимом положении. Значит, сейчас решается вопрос, последующий арест
и немедленном отстранении Шойгу от власти и последующий арест. Андрей Белоусов провел аудит, который выявил причины многих проблем в Министерстве обороны. И так далее, значит, все они хотят расправиться с Шойгу, и, возможно, Шойгу будет арестован до конца лета. Ну, уже август месяц. Безусловно, что эта информация не подтверждена фактами. Владимир, считаете ли вы, что действительно судьба Шойгу висит на волоске, он может быть арестован, отстранен от должности? Или это все на самом деле не соответствует действительности, и Шойгу как будет секретарем Совета Безопасности, так и будет продолжать? Две части ответа. Первая по поводу генералов. В Телеграме существует как минимум два канала. Генерал СВР, генерал ФСИН. Например, генерал ФСИН публикует всегда только ту информацию, которая уходит из недр тюремной системы. Огромное количество в этом телеграм-канале опубликовано материалов за подписью лично директора ФСИН России Аркадия Гостева. То есть там большое количество внутреннего инсайда, и управление, например, собственной безопасности ФСИН и ФСБ пытаются сделать все возможное, чтобы закрыть этот канал, который является таким методом утечки служебной информации вовне и делает работу ГУЛАГа 21 века прозрачнее. То есть в генерале ФСИН очень многое про ФСИН. Да. В телеграм-канале генерал СВР я пытался проанализировать. Я ничего не нашел того, что касается какой-то конкретной работы СВР. Ни одного документа за подписью Нарышкина. Ни одного документа за подписью заместителей Нарышкина. Ничего о спецоперациях службы внешней разведки за рубежом, зато огромное нагромождение тематики с внутренней политикой. И дальше вот вся история, как у Валерия Соловья, там про холодильник, что там уже Путин давно там вместе с окорочками замерз, и его нужно там менять. Не знаю, там на эскимо или на что-то, но тем не менее Путин ездит, встречает у трапа своих киллеров и так далее. Вот. По поводу того, что он публикует, ну понятно, что они взяли это красивый бренд, вот. Генералом ФСБ все-таки им назваться, это значит получить обыски со стороны ФСБ, а как бы взять модное название генерал СВР и что-то там делать с этим. Я не готов сейчас говорить о том, какое там количество там фейков, нагромождения, какое количество просто идет какого-то анализа и прогнозов каких-то политтехнологов, которые себя выдают за якобы генерала СВР. Но понятно, что они пытаются анализировать, пытаются делать какие-то умозаключения. Но опять же, они, получается, здесь ошибаются. Потому что Шойгу – это человек, который показывал свою голую грудь всем вместе с Владимиром Путиным. Вот. Они вместе друзья по этой части. Вот съесть морожку, поесть грибов, там, сходить на рыбалку, там, сфотографироваться, там, у меня обвисло. Ну, вот, как бы, они друзья по несчастью, поэтому, как бы, поэтому допустить с точки зрения электорального эффекта, что Путин допустит, что его там вот этого там фотопартнер окажется в следственном изоляторе, ну, для него это будет бить по его имиджу реально. То есть, конечно, ну чтобы, ну, это я, конечно, так чуть-чуть юмора, чтобы вы и наши уважаемые зрители как-то улыбнулись, потому что невозможно все время там на серьезных щах обо всем об этом говорить. Но если серьезно, то, конечно, Шойгу – это воровайка, и который знал прекрасно, что делает Иванов, что делает Булгаков и так далее. Но фишка в том, что воровал он согласованно с Путиным. Он никогда, это вот как раз история про гранд-коррупцию, нарезал. То есть Путин ему дал поручение, чтобы были сформированы несколько прокси, которые будут некой аналогией Blackwater, ISOX, американских ЧВК. И под эту историю, конечно же, они взяли Женьку Пригожина, который у них там отвечал там за рестораны, за прослушку в этих ресторанах, их верный агент, который там «Поди, подай, принеси, обналичь какие-то деньги, привези и выполни какие-то грязные услуги». Вот они взяли Женю для того, чтобы он у них курировал обналичивание из бюджета. А Шойгу было поручено как раз единоросить бюджет с тем, чтобы выводить в черный нал миллиарды рублей, на которые как раз Женя Пригожин будет финансировать этих самых наемников с тем, чтобы они творили самое страшное за рубежом. Это такой, знаете, это не шпион секретный, а это нелегальная армия за рубежом.
Но в то же самое время Путин всегда бы сказал, ой, это не я, это какая-то ЧВК. И вбросил это журналистам, и журналисты начали всем навязывать ЧВК, дальше кавычки открываются Вагнер. В целом, когда мы говорим про ЧВК Вагнер, вот, очень важно, люди должны понимать, что ЧВК Вагнер нужно брать в кавычки. Это не было никогда частной военной компании, которая по контрактам зарабатывала для себя и платила налоги. Это прокси, это спецподразделение российского спецназа за рубежом, которое выполняло самые страшные и бесчеловечные приказы. Это террористическая организация, которая помогала геополитически распространять влияние. И, конечно, Шойгу был в курсе. И, конечно, Шойгу допускал, что будет большое количество контрактов по завышенным стоимостям, и часть этих денежных средств будет обналичиваться и в чемоданах передаваться там, в Подмосковье, на виллах, в коттеджах Пригожину, который будет это уже там в Краснодарском крае, в Молькино распределять. И он был таким смотрящим за этой черной кассой. Поэтому Шойгу не был замечен в том, чтобы он скрысил. Вот Тимур Иванов, например, или Булгаков, каждый из них по-своему еще нарезал что-то себе несогласованно. У Иванова в какой-то момент он понял, что он там схватил то ли Путин Бога за бороду, то ли Путина за какое-то там место вот, подержать. И он думал, что все, как бы он начал окружать себя якорными подрядчиками и субподрядчиками, которые вместе с ним согласованно похищали деньги. И часть этих денег не доходила до, например, Пригожина или чего-то там, а оседала в карманах. И, конечно, когда Путину показали справку, объективку и описание имущества Тимура Иванова и его ближайшего окружения, ну, чтобы было понятно, они купили замок то ли 15-го, то ли 16 века во Франции, чтобы вырезать из него древний камин, и каким-то образом они его, этот камин, в огромном контейнере доставили и встроили в усадьбу Тимура Иванова в России, там, дворец в несколько тысяч квадратных метров. И когда он замахнулся строить еще больший дворец такой царский, и Путину показали этот проект, ну, то есть все уже было понятно. То есть одно дело, ну да, коттедж, ну да, там, Мерседесы, ну хорошо, Роллс-Ройс там или Майбах жене, вопросов нет, все понятно. Там, но когда ему показали, что у Тимура Иванова будет усадьба, которая будет сопоставима снова Огарёву у Путина, ну, дальше понятно, что была дана отмашка по нему ехать. Что касается Шойгу, Путин вряд ли допустит, чтобы его вот, партнер по фотографиям с голым торсом оказался в Лефортово, потому что это ударит по имиджу. Другой вопрос, что следующей фигурой после Иванова может быть первый заместитель Шойгу Руслан Цаликов. Вот Цаликов – это действительно кандидат на соседнюю камеру с Тимуром Ивановым. И сейчас Цаликов, он пытался, надеялся, что Шойгу его к себе заберет опять каким-то заместителем в Совбез, потому что Цаликов у Шойгу был и в правительстве Московской области первым замом губернатора, и в МЧС, и в Минобороне. Но в данном случае здесь как раз между ними пробежала кошка. И, как я понимаю, вот по Цаликову сейчас тучи сгущаются. Он пытается себе купить место депутата или члена Совета Федерации. Какую-то федеральную должность ему не согласовывают из-за того, что он замаран в гранд-коррупции с Тимуром Ивановым. Поэтому такая история. Я думаю, что здесь Шойгу... Другой вопрос, что с ним может что-то случиться, там, подскользнуться случайно в ванной, там, не знаю, там, супом неудачно поперхнуться. Вот эта история, как бы, там, чтобы его там похоронили на лафете и отправили куда-то там его урну, они таким образом могут уйти. А вот допускать унижение с арестом, с задержанием Шойгу, ну, это маловероятно. Вот Руслан Цаликов, да, это кандидатура следующая, как я понимаю. Друзья, ждем ареста Цаликова и сразу будем тогда записывать с Владимиром Осечкиным по горячим следам стримы.